На улице Трехсвятской в Твери идет ремонт по программе формирования комфортной городской среды. Ход работ по благоустройству центра города проинспектировали члены Тверской общественной палаты и представители администрации города. О результатах проверки в нашем следующем материале. Уже не в первый раз члены общественной палаты выходят с проверкой на главную пешеходную улицу города. В этот раз в фокусе внимания участников инспекции ремонт территории от бульвара Радищева до улицы Симеоновской. Мы хотим, чтобы город был наш комфортным, безопасным, красивым. Мы любим наш город. И хотелось бы, чтобы здесь все делалось очень качественно. Тем более, что за эту территорию было всеобщее голосование горожан. Ну, значит, наши усилия должны уйти не напрасно, не в никуда, не в пустоту. Как рассказал генеральный подрядчик, сейчас на объекте благоустройства установлены водоотводные лотки и стойки опорно-наружного освещения. Завершается прокладка кабельных линий, укладка и выравнивание щебеночного основания, проходят подготовительные работы к замене колодцев. В ближайшее время планируется приступить к укладке гранитной плитки. Ребята пробовали уложить на основание плитку, посмотреть, как она будет себя сейчас вести на этом основании. Показало хорошо. Уплотнение, материалы все отдали в лабораторию для того, чтобы проверить, что все это соответствует, так скажем, ГОСТом, да, и для того, чтобы не получилось так, что после зимы она как-то осядет. Конечно, участников инспекции волновал вопрос сроков окончания работ. Подрядчик сообщил, что при хороших погодных условиях к 1 июля все основные работы будут завершены. Еще одна тема, которая интересовала общественников – устранение недостатков на отремонтированном участке от улицы Новоторской до бульвара Радищева. Как заверили представители администрации Твери, подрядчик уже приступил к устранению недостатков в рамках гарантийных обязательств. Вымывался песок по одной лишь причине. Клали в тот сезон, когда песок был уже мокрый. Понятно, что он не заполнил щели, которые у нас глубиной 8 миллиметров. И за зиму он, естественно, по естественным процессам, он ушел вниз и оставил пустые пространства. Скажем так, что это также относится у нас к гарантийным обязательствам, и подрядчик также будет устранить, для чего он уже песок привез на первый этап. В любом случае, все материалы, которые здесь используются, они все сертифицированы, они на все необходимые заключения имеются. Участники проверки отметили заметное улучшение в организации работ, связанные со сменой подрядной организации. Также общественники высказали предложения по обеспечению безопасности горожан. В частности, установку ограждений строительной площадки и своевременный вывоз металлоконструкций. Проведение работ с учетом требований об устройстве доступной среды для маломобильных граждан. А следующее мероприятие общественного контроля пройдет в конце июня.